Хочу поблагодарить Эльвиру за такой замечательный мастер-класс. Для меня этот мастер-класс – это начало нейрографики. Я хочу взять эту практику себе в утро. Я вообще человек, который привык все время мозгом думать. И нейрографика, я сегодня почувствовала, что нужно вот во время нее как раз отпускать вот это вот все время какой-то контроль, да, просто довериться каким-то, не знаю, эмоциям, телу, да, и вот для того, чтобы это все произвольно получалось. Вот, и было сложно, сначала прям вообще сложно, но я думаю, что большое количество вот такой практики мне поможет все-таки быть, ну, позволять себе больше, да, расслабляться, замедляться и отключать где-то вот этого контролера, мозг отключать. Ну, прям очень круто. И, конечно же, очень рада такому количеству знакомств приятных. Какие-то все сильно позитивные, положительные. Но я думаю, не просто так, что мы все друг друга притянули. Спасибо большое.